Сегодня с педагогическими занятиями по сенсорной интеграции 4-летний Миша Ефремов справляется на отлично. Сложно поверить, что с самого рождения у этого энергичного и активного малыша были серьезные проблемы со здоровьем. История болезни мальчика наполнена множеством грусти и разочарования. Однако спустя 2,5 года качественной и эффективной реабилитации в тонусе врачи констатируют: год-полтора, и развитие ребенка достигнет нужных показателей. Чуть больше 1,5 лет, где-то 1,7–1,8 года мы впервые попали сюда. До того мы наблюдались больше всего в московских центрах реабилитационных. Ну вот здесь нам и смогли вовремя нас диагностировать и оказать нам своевременную помощь, чтобы сейчас получить такие результаты, какие вы видите. Ближе к 2 годам мы смогли пойти уже самостоятельно, без поддержки родителей. И на сегодняшний день все, что есть у меня и у моего малыша, это заслуги центра «Тонус». Ежегодно в «Тонусе» помощь получают более 1,5 тысяч детей не только из Беларуси, но и других уголков мира – России, Украины, стран Прибалтики. С каждым годом география маленьких пациентов расширяется, и удивляться здесь нечему. «Тонус» – один из лучших в стране. В 2018 учреждение вошло не только с амбициозными планами на будущее, но и достижениями. Недавно было приобретено новейшее реабилитационное оборудование. Оснащение можно назвать эксклюзивом. Это детская игровая площадка, покупка которой стала возможной благодаря спонсорской помощи. Есть такая хорошая очень программа городов-побратимов. Наш город-побратим Равенсбург. И весной приезжали спонсоры из Германии, которые вот по линии горосполкома. И благодаря одному из спонсоров он пожертвовал нам деньги на установку вот этой вот детской площадки. Потому что в прошлом году, в позапрошлом году мы сдали корпус спальный нашего центра. И детки живут здесь, круглосуточно пребывают вместе с родителями, и в том числе те дети, которые приходят к нам на реабилитацию ежедневно, они здесь длительное время находятся, а поиграть им вот где-то выйти негде, особенно когда погода хорошая, этого очень не хватало. Она стоит 28 тысяч рублей, такая вот площадка, вместе с покрытием. Эта детская площадка особенная. Каждая ее деталь не просто элемент для развлечения, но и тренажер, помогающий ребенку сделать еще один шаг на пути к своему выздоровлению. Весь игровой уличный комплекс, специальное покрытие площадки, качели, горки, турники, песочница травмобезопасны и адаптирован для детей, которые имеют заболевания опорно-двигательного аппарата. Врачи говорят, что сейчас вероятность возвращения маленьких пациентов к активной жизни, их психологической и социальной адаптации увеличилась. Для нас это в том числе процедура, потому что дети, которые у нас находятся на физической реабилитации, которые занимаются лечебной физкультурой, здесь они могут продолжать совершенствовать свои навыки на свежем воздухе, замечательно, в игре, вместе, социализация – это прекрасная возможность для них. Независимо от степени тяжести заболевания, будь то незначительная задержка развития или другие серьезные отклонения, все, кто проходит реабилитацию в центре, чувствуют себя полноценными детьми, потому что в стенах заведения каждому ребенку подход особый. И, побывав в брестском «Тонусе», невозможно не отметить атмосферу добра, спокойствия и благодушия. А это что-то большее, чем реабилитация.